Пускай Эрика говорит, давай Адель открути. Мама сказала, что... Так у меня деле сколько стоит, это знаю, да? Мини знает, что... Что? Что ты? Ну, ты почему говорила, Лома деньги не дали, Ваша? Это неправда. Он мне не дал. Почему не дали? Только 4 месяца дал. Рома, только 4. Сколько месяцев работала? 7 месяцев работали. Покидаешь билеты, сколько минус делай? Не знаю, билет есть меня вот это. Я понимаю, да, это кто деньги дали? Это Лома дали за деньги. Не знаю, кто. Лома кому дали. И билеты, и вот это, которое так уменно делали, больше 100 тысяч. Хорошо, документы еще 114 рублей минус. Хорошо, минус. Да. Да. Еще один месяц минус. Ага. Потом еще 20 дней минус. Угу. 70 тысяч. А сколько нет? Да. Сколько нет? Читай. Ну, читай. Ты вы человек нормально, да? Читайте нормально. То есть хозяин тоже деньги не так просто видел в еду. Они тоже много денег тратили после рынка. Ты там и хорошо, я знаю. Слушай, а что вы, вот я заплатил за 3 месяца, а что вы решили уехать? Вот, там капитан же еще 3 месяца продили. Только 4 месяца он дал зарплату. Еще 3 месяца продили, сейчас. 2 месяца еще. 3, ну еще должны 2, да. 2. Они месяц отработали. Что вы решили уехать? Ну, что, время, да, да, на патенту сколько зарплата? Патент, да, да? Да, да. Еще 2 месяца стало, да? Где там 1 месяц сколько? 4,5. 4,5, да? Ну, видите, 9 тысяч, да? Да. 9 тысяч. Вообще, 70... Ты читай, сколько денег. Да, хорошо, я понял. Я, мне уже 3 месяца осталось. Нет, а что вы начали... Что вы ко мне не обратились, блин? Кто вас держал? Никто мне, вас не держал, мне правильно? Рома вчера... А ты куда звонили? Я сказал, виноват, едик, да. Это пидолаз, они вообще пидола кончится. Да, точно. Они сколько даст, а китайцы манули? Да, 100 тысяч. Деньги дали, люди нету. Деньги не назад не дали. Если Эдик, да, Краснодар будет, я сразу ему тюрьму посадить. Это пидолаз. Претензии есть, ребят. Претензии есть. Меня вообще, карманы вообще денег нету у меня сейчас. Завтра не куда поедем? Завтра, а это такси Масуд, знаешь, да? Я уже в Узбекистан домой вообще тоже нет меня.